Привет, меня зовут Даша, и сегодня мы с вами будем делать новогоднюю шапочку-цилиндр для новогодней вечеринки. Итак, нам для этого понадобится плотный картон, ножницы, ткань, нитки и иголки, мыло, пуговицы, карандаш, циркуль, тонкий картон, а также клей-пистолет или другой сильный клей. Можно сделать эту шапочку с обручем, но я буду использовать вместо обруча вот такую вот черную резинку. Ну что ж, давайте приступим. Итак, мы берем наш плотный картон и рисуем кружок циркулем на свое усмотрение. Сколько вам нужно, какой вам нужен размер? Мне понадобился вот такой вот размер. Теперь мы берем нашу ткань, берем картон, кладем и берем наш циркуль, вставляем и делаем с припуском. Припуск у нас будет 5-6 сантиметров. И вот так вот рисуем. А также потом вырезаем. Итак, вот я уже вырезала, вот что у меня получилось. Теперь мы берем иголку с ниткой и вставляем. И начинаем вот так вот прошивать. Отступив от края 5 миллиметров. Прошив по кругу, мы ложим нашу картонку и берем нашу иголку и начинаем вот таким вот образом стягивать. Когда мы уже полностью стянули нашу ткань, мы берем нашу ниточку, закрепляем ее и отрезаем. Берем нашу картонку, отмеряем 36 сантиметров длину и ширину 15 сантиметров. Сворачиваем в цилиндр. Берем нашу вот эту картонку и примеряем, чтобы вот эта наша картонка скрыла нашу дырку. Затем мы берем нашу черную ткань, отмеряем столько же сантиметров, но только с припуском. И вырезаем. Итак, вот что получилось. Теперь мы берем наш цилиндр и вот так вот сгибаем и внутри склеиваем. Вот таким вот образом сворачивая. Точно так же мы делаем с двух сторон. Вот такой вот цилиндр получился. Теперь мы берем плотный картон и наш цилиндр. Прикладываем и вырезаем. Я вот была уже заранее вырезала вот такой вот кружочек. Точно так же, как и первый наш кружок, мы его обшиваем. Это будет верхушка нашего цилиндра. И потом приклеиваем. Вот такой цилиндр у меня получился. Теперь мы берем нашу вот такую вот черную атласную ленту. И чтобы скрыть наш клей, а также задекорировать наш цилиндр, берем и наклеиваем вот таким вот образом ленту. А затем берем вот этот наш кружок и приклеиваем аккуратно на него наш цилиндр. Вот такая вот шапочка у меня получилась. Теперь мы берем вот такую вот нашу яркую ткань
и пуговицу. Отрезаем кружок с припуском. Кладем. Вот так. И делаем то же самое, что мы делали с нашим картоном. Чтобы у нас получились вот такие вот три яркие пуговицы. И теперь мы их вот таким вот образом приклеиваем. Итак, вот такая вот шапочка получилась. Тут я сделала вот такие вот прорезы, чтобы можно было всунуть нашу резиночку. Вот такая вот очень прикольная у меня получилась шапочка на Новый год. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!